Гагаузский народный праздник, отмечаемый 8 ноября, считался началом зимы и окончанием скотоводческого сезона. Кстати говоря, цикличность года у гагаузов также очень интересно делилась. То есть период с хидерлеза до касама считается летний период, а с касама до хидерлеза – зимний период. К празднику гагаузы заканчивали все свои работы на приусадебных участках, заканчивали работы по дому, а также сделали так, чтобы в погребе всегда было чем угостить гостей и как можно празднично отметить этот праздник, а также провести зиму. Праздник касама у гагаузов связан с представлением о цикличном делении года. И с целью обеспечить здоровье своему стаду, для тех, кто держит овец традиционно, либо другую живность, они дают в этот день курбан. Кстати сказать, в гагаузской автономии 8 ноября также объявлен выходным днем, и касам отмечается чаще всего в последнее время в муниципии Чыдырлунга. Но что думают об этом жители нашего региона, что знают об этом прекрасном празднике и как поздравляют представители этого прекрасного мужского имени, я, Ирина Караман, сейчас узнаю. Это большой праздник, который празднует вся Гагаузия. Вот я купила цветок такому человеку, как Дмитрий. Уже заранее, да, на завтра? Конечно, заранее. Во-первых, я знаю, что очень красивый праздник. Праздник Дмитрий. Это еще вот то, что вот закончились вот эти сбор винограда, урожая. Люди довольны, что все уже на своих местах, там соленья, овощи, фрукты. Ну, вот так. Барашки с поля идут домой. И в это советское время уже снег шел. Он святой. Конечно, отмечаем, мы ходим в церковь, ходим и празднуем, собираемся, сестры, братья, за столом, накроем стол, красивые, вкусные закуски готовим. Что обычно делают традиционно гагаузы? Ну, гуляют, отмечают день Дмитрия. Отдыхаем потом. Потому что отмечаем день Дмитрия, праздник, что? Веселый праздник. Почему? И начало зимы. Потому что закончилось. Да, все закончилось, все будут отдыхать. Главное, чтобы мир был. Спасибо. Остальное все будет хорошо у нас. Живу в Камрате, уже знаю про этот праздник. Что он означает? Ну, там старики, которые это дают, которому чуть молодые, которые только что вошли в дом, дают там петух, там, я знаю, курбан, что... Курбан, да, да. Курбан, да, гагаузский курбан. Ну, это касам для пожилых людей, для именинов есть, которые Дмитрий имеют. Лично я имею два Дмитрия. И как отмечаете чаще всего этот праздник? Дома отмечаем. Так, между своей семьей. Это большой праздник, касам, день вина. Чтобы главное был мир и здоровье. Остальное все будет.